Хочется важное отметить вот в этой прекрасной базе, где мы находимся, пройдя 6-дневный курс базовой подготовки спецназа и самообороны. Край Нектарьева пустынь, который действительно помогает во время тренировок, обогащение кислорода. Потому что если в городе, когда человек тренируется, его сознание отключено, он рассредоточен. Здесь полная аккумуляция всех наших сил. И как раз вот здесь, в этом доме, который построен из дерева и легко дышится, и полная релаксация. И вот эта вся природа помогает нам действительно аккумулировать все наши силы. Это просто, ну, великолепное место, где тренироваться не только можно, но и нужно, потому что в другой обстановке это просто нет никаких результатов, нет той плодотворности. Поэтому здесь кислород, концентрация, Нектарьевая пустынь, святые источники, когда мы пьем чистую воду экологическую, питаемся, и весь комплекс дает нам сильный и плодотворный результат. Sport practice here. It was in the forest and very good oxygen here and very good teacher here. It's to train and to very strong exercise 6 days. I was in this practice and it's possible to explain. This is very, very good in every situation in your life because this is. Very good and very, 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 very strong.